Из Луганской области, издалеко приехали, далеко. Представляете, дорогие друзья, издалеко такая жажда, жажда на богословское учение, такая Аминь. Жажда на учение. Дух Святой открыл, дал им на сердце, и приехали, чтобы учиться, чтобы дальше служили Господу, Аминь. Нашему Иисусу Христу. И последний пастор, он же Кивля, да, Кивля он идет. Так хочу предоставить все, они все пастор.